надо будет на второй этаж, со стороны не горящего, левая квартира на втором этаже. Кошка там твоя. Да нет, кошка, а? Кошка. Там у меня, наверное, сестра. Нет, одна ломать, да? Ломайте. Пойдемте. Ломайте. Пойдемте, она стала ломать. Давайте, давайте. Да.
Все пакуйте, там просто неудобно сейчас заходить, пакуйте. Там ничего не грит просто. А нет, а у нас там сейчас поливает крышу, не потечет. Там просто на территории, на полке паспорт лежал. Суповская, 20, значит, двухэтажный деревянный дом, силы были задействованы по одному БИС, в принципе, на решающих направлениях сразу стволы были введены, правильно, поэтому вот по результату пострадал один подъезд, 4 квартиры, 32 человека предварительно проживало здесь, 9 человек эвакуировано с первого подъезда, в том числе один ребенок. Значит, готовится ПВР на базе 77-й школы на Дежнёвцев. По прибытию первого подразделения, 5-я пожарно-спасательная часть, на первом этаже из первого подъезда выходило пламя, из окон первого этажа также вырывалось пламя на втором этаже и 1-2 здания по кровле. По прибытию сил и средств удалось локализовать пожар и устранить угрозу ближайшим деревянным домам. Андрюха подошел, чтобы вызывать скорую пожарную. А вы это даже за... не это, да, первый выбежит? Нет, в лезе бегом за водой, воды в ведро линоло, потом это уже... Света, пуги, да давай! Я и тут стою, чё я? Вы так сказали, да? Да, мы вас надолго не задержим, просто организационные моменты лучше вот... Еще кто у нас? Еще кого-то? Сразу понимаешь. Маша уехала, нет. Мне кажется, она уже. Нет, она идет сюда. С ребенком. Что по родственникам, если у кого-то есть родственники? А если у кого-то некуда ехать, да, или некуда переселяться, то в 77-й школе на Дежнёвцев развертывается пункт временного размещения. Тогда об этом надо сейчас сказать. Значит, вас туда отвезут, и там можно будет какое-то время быть, по крайней мере, до того, как решится вопрос, да, с жильем, там, с жильем и так далее. Значит, остальное вот по жилью и так далее, вот глава сейчас вам все расскажет. Запишите мой телефон, пожалуйста. У кого нету, я... А, телефоны все есть? Я бы мог дать бумагу, допустим, если нужно. Не-не-не. На Троицком. Самое лучшее. Вот. Сейчас мы... Правый берег уже хорошо. Ну... Если нам пункт временного размещения, как я понимаю, никто не... А это на сколько? Подождите. А там можно, что ли, пожить 2 недели? Вот мне ну, 2 недели, я думаю, что нет.